Тысячу лет назад великий князь Владимир крестил Киевскую Русь. Он выбрал путь, по которому должны идти люди на этой земле. Це шлях співчуття, взаєморозуміння, поваги, любові та прощення. Якби усі трималися цього шляху, в Україні панував би мир та спокій. Київ – это колыбель христианства на Руси. И кому, как не нам, понимать и прощать друг друга? Кому, как не нам, молиться о мире и делать все, чтобы он наконец-то наступил? Лишь того, за что потом
не будет стыдно.